Всем привет, с вами Александр Меклер и программа «Кинозвезда». Сегодня я расскажу о фильмах, которые стартуют в кинотеатре «Звезда» 16 мая. Это фильмы «Джон Уик 3» и «Покемон Детектив Пикачу». Поехали! Фильм «Джон Уик 3. Парабеллум» продолжает историю знаменитого киллера в исполнении Киана Ривза, который вынужден противостоять лучшим убийцам со всего света, ведь за его голову назначена высокая награда. Сюжет продолжит историю из боевиков «Джон Уик» и «Джон Уик 2». Режиссером вновь выступил Чад Стахельский, а музыку к триквелу сочинили Тайлер Бейтс и Джоэнел Джуниор Ричард. Рейтинг возрастного ограничения выставлен 16+. Еще недавно мечтавший уйти на покой и завязать со своим криминальным прошлым суперкиллер по кличке Баба Яга нарушает главное правило – убивает босса мафии в отеле «Континенталь». Теперь объявленный изгоем и получивший статус экскомьюникада, за чью награду обещано 14 миллионов долларов, он ударяется в бега. А по его стопам уже начинают свою охоту лучшая наемная убийца всего мира. Противостоять лучшим из лучших будет очень непросто, и теперь главному герою предстоит проявить все свои лучшие навыки, отточенные за время криминальной карьеры. Смотрите фильм «Джон Уик 3. Парабеллум» в кинотеатре «Звезда» 16 мая. Джонатан, что ты наделал? To dream the impossible dream. Тебе некуда бежать. Правление кланов хочет твоей смерти. Что тебе нужно, скажи? Выйди отсюда. Ничем не могу помочь. To reach the unreachable star. По-вашему, он выберется? Награда за его голову 14 миллионов. За них передерутся все в этом городе. Я бы сказал, шансы равны. Док, 5 секунд осталось. Время Джона Уика истекает через 3, 2, 1. Вот мы и начинаем. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. София. Мы не станем все громить, как в былые времена. Просто поговорим. С тобой невозможно просто поговорить, Джон. Мечтали ли вы иметь своего собственного покемона? А детектива мирового класса, которого зовут Пикачу? В мире, где люди и покемоны существуют друг с другом в гармонии, это возможно. 21-летний Тим и Пикачу познакомились при весьма странных обстоятельствах. Отец парня, который был одним из лучших детективов в мире, исчез при загадочных событиях. Сын хочет сделать все возможное, чтобы найти папу, а помогут ему в этом именно детективные способности Пикачу. Обычно люди не понимают покемонов, а покемоны людей. Но у Тима и Пикачу получилось общаться друг с другом. Теперь во время их грандиозного расследования партнеров ждет много покемонов, раскрытых тайн и заговоров. История начинается с того, что опытный частный сыщик Гарри Гудман исчезает при загадочных обстоятельствах. Его сын Тим начинает собственное расследование случившегося. На помощь ему приходит бывший напарник Гарри, детектив Пикачу, забавный и очаровательный суперсыщик-остряк, способный ввести в ступор даже самого себя. Обнаружив, что они отлично ладят, Тим и Пикачу становятся напарниками в этом захватывающем приключении, следуя подсказкам, которые они обнаруживают на неоновых улицах Рэм-Сити, огромного современного мегаполиса, где вместе живут люди и покемоны, они сталкиваются с разнообразными существами и раскрывают шокирующий заговор, который может нарушить мирное существование двух видов и положить конец всей вселенной покемонов. Смотрите фильм «Покемон. Детектив Пикачу» в кинотеатре «Звезда» с 16 мая. Добро пожаловать в Райм-Сити. Торжество гармонии между людьми и покемонами. Тим,
Твой отец был легендой нашего участка. Если ты хоть немного на него похож... Не похож. Помнится, ты хотел быть тренером покемонов, когда был маленьким. Да, с этим как-то не вышло. Кто здесь? Кем бы ты ни был, я вооружен. А, ну вот опять. Я знаю, что ты меня не понимаешь, но убери степлер, или я ударю током тебя. Ты что, типа, говоришь? Вау, ты что, типа, понимаешь? Божечки, ты меня понимаешь? Стой! Мне было так одиноко. Они меня не понимают, парень. Слышат только пика-пика. А вы его слышите, правда? Пика-пика! Да, пика-пика-пика, он просто милашка. Это ты, милашка? Они меня не понимают, парень. Его никто не слышит? Мне не нужен покемон, точка. А как насчет первоклассного детектива? Если ты хочешь найти отца, то я помогу тебе. Мы справимся, ты и я. Магия свела нас вместе, и эта магия называется надежда. Слушай сюда. Мы заставим тебя говорить или изображать. Да. Расскажи нам все. Трубка. Ага, банка. Двигать, толкать. Я отталкиваю людей, ненавижу их за то, что они уходят. Он говорит, ты можешь толкнуть. Что? Что толкнуть? Все, с меня хватит. Меняемся ролями. Я плохой коп, ты хороший. Нет, мы не копы. Вот это нежданчик. На этом сегодня все. Вы смотрели на телеканале «Индекс» программу «Кинозвезда». С вами был Александр Меклер. Всем пока!